рассада Гейшера Блонди порадует красивой листвой карамельной окраски, на фоне которой эффектно смотрятся нежные желтые цветочки. Этот сорт гармонично сочетается с розами, астибальдой, геранями и декоративными злаками. Многолетник используется для наполнения клумб, украшения водоемов и оформления альпинариев. Уход за рассадой Гейшера Блонди не требует больших затрат времени. Растение нужно поливать раз в 2 дня, а во время засухи – 2 раза в сутки. Переувлажнение недопустимо. Застойная вода может стать причиной загнивания корней и появления мучнистой росы. Гейшера Блонди – это травянистый высотой от 20 до 25 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка желтый, летом листва карамельный. Гейшеру Блонди создал Танова. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.